саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр радио угармандар республикалык штабтын пресс борборунда бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу кыргыз республикасынын ички иштер министринин орун басары бишкек шаарынын коменданты орозалиев алмазбек кыдырмаевич маалымат берет брифингти түз ободон лтр ктрк ала тоо жыйырма төрт бешинчи канал пирамида телеканалдарынан облустук медиа борборлордон ошондой эле эл фм биринчи радио кыргыз радиосу миң кыял фм марал фм радиолорунан лтрдин ютуб каналынан фейсбуктан кыргыз өкмөтү социальное правительство жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. О текущей ситуации в городе Бишкек расскажет заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики, комендант города Бишкек Урозалиев Алмазбек Кадырмаевич. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, АЛАТО-24, Пирамида, Пятый канал, в областных медиа-центрах, на радиостанциях ЛФМ, Биринча радио, Кыргыз радио, Минкая ЛФМ, Мара ЛФМ на YouTube канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргызок Мэтэ, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Беринче Радио. Алмазбек Кадырмаевич, все сезде. Салам ассану, урмату Бишкек шарын тургундары. Бишкек шары воинча комдук, коопсуздук, кырдал турукту жана козомолга алынган. Бишкек шары воинча 2020-й жылдын 25 марттан марта, 2 апрельге, чейінгі уақытта қатталған құлымыштарын жаңа жұрықтарын жалпы саны 1254 түзген. Аның ішінен 1139 қылмыш еші жаңа жұрықтардың беті ашылған. Коменданты санының ұағында қойылған талаптарды башы бей, өтшеді жүрген 91 адам қарымалған. Аның ішінде 82 еркек, 9 аял, жаңа 1 жет өлкін жараны. Құрғың сілпікасын конституциялық мизамдың 28-ні бәрінісіне ұлайық, 79 протокол түзілген. жана Кыргыз сілпікасын бұзулар кодексін 82 1 бір бір бәрінісіне 12 протокол түзүлгөн. 2020 мін 25 мартынан 20 апрел ке көміндантық, сатты бұзуғандығы үчін жалпы қармалғандың саны 2200 алтымыш анын ичинен эркектер бир миң токсон бир миң аял эки жүз токсон тогуз кыргыз республикасынын конституциялык мыйзамнын жыйырма сегизинчи ылайык бардыгы болуп эки протокол түзүлгөн кыргыз республикасынын бузуулар кодексинин сексен прим ә, 1 беренесине ылайык бир протокол түзүлгөн ошондой эле бир миң кечирип коюңуз қойылған. жүз сексен бир автоунаа штраф стоянкаларга коюлган урматтуу шаардыктар дагы бир жолу сиздерди сабырдуулукка чыдамкайлыкка чакырып кетет элем эле күн калды бул күндөр да өтөт баарыбыз ынтымактуу болуп өзгөчө абалдын баардык талаптарын аткарып карантиндин санитарных нормалардын сақтап жана ар бир отурсак биз бул борбор бүтүндөй добрый день уважаемые жители города бишкек на территории города бишкек в сфере общественной безопасности ситуация остается стабильной и находится под контролем в целях недопущения дестабилизации в столице личным составом органов внутренних дел а также военнослужащими Генерального штаба вооруженных сил проводятся мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Всего с 25 марта по 20 апреля 2020 года на территории города Бишкек зарегистрировано 1254 преступления и проступков. Из них раскрыто 1139. За нарушение комендантского часа за сутки было задержано 91 человек. Из них 80, два – это мужчины, 9 женщин, и, а также один – иностранец. В отношении них составлены 79 протоколов в соответствии со статьей 28 Конституционного закона ОЧП и по статье 82 прим. 1 Кодекса о, о, о нарушениях 12 протоколов. Всего за период с 25 марта по 21 апреля 2020 года э, за нарушение комендантского часа задержано 2260 Человек. Из них мужчин 1961, женщин 299. Всего по статье 28 Конституционного закона о ЧП было составлено 2135 протоколов. По статье 82 Прим 1 Кодекса о нарушениях 149 протоколов. Всего поставлено на штрафстоянку 181 автомобиль. Уважаемые жители города, еще раз вас призываю к терпению: осталось мало времени. И все это пройдет. Если все мы дружно выполним все требования чрезвычайного положения, будем соблюдать карантинно-санитарные нормы, и каждый из нас будет сидеть дома, мы этой опасности спасем нашу столицу и наше государство в целом. Спасибо за внимание. спасибо урматтуу телекөрүүчүлөр радио угармандар республикалык штабтын пресс борборунда бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу кыргыз республикасынын ички иштер министринин орун басары бишкек шаарынын коменданты орозалиев алмазбек кыдырмаевич сиздерге маалымат берип өттү брифингти түз ободон лтр ктрк ала тоо жыйырма төрт пирамида бешинчи канал телеканалдарынан облустук медиа борборлордон ошондой эле эл фм биринчи радио кыргыз радиосу мен кыял фм марал фм радиолорнан, ЛТРДН, YouTube канал нан, Facebook тан, Хразук социальное правительство, Джана Биринче, радио на Барахчаларнан, Гурю Пугалдангаздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. Текущая текущей ситуации в городе Бишкек вас проинформировал заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Розалиев Алмазбек Кадырмаевич. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать. На телеканалах ЛТР, КТРК, ЛАТО-24, Пирамида, Пятый канал в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, Беринча радио, Крыгыз радио, Сумин, Каял-ФМ, фм а также на YouTube канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Крыгызу Кмиты, социальное правительство и Беринча радио. Спасибо за внимание.